находимся на территории школы 62 города Кирова имени Александра Яковлевича Опарина. Сегодня день памяти. 40 лет назад он погиб при исполнении служебного долга, совершив подвиг. Это моя родная школа, я здесь училась, я здесь живу. Улица, на которой я жила, носит его имя. Такие мероприятия при поддержке школы, при поддержке организации «Боевое братство», правительства, администрации города, законодательного собрания, они важны и необходимы прежде всего для наших детей. Это важная часть патриотического воспитания. И не случайно сегодня здесь с нами кадетский корпус «Просницы», который носит имя Александра Яковлевича Опарина. А на территории школы есть прекрасный музей, экспозиция которого снова обновлена. И участвуют в этом обновлении, в том числе ученики школы. Мы готовы помогать, участвовать. И моя задача сегодня здесь говорить слова поддержки от имени всего депутатского корпуса и от имени председателя законодательного собрания.